Рад новой встрече, мисс Фрай. Ваше высочество, планы реставрации Букингемского дворца пропали. Тогда придется обойтись копиями. У вас есть копии? Где? Не так быстро. У меня есть одно весьма срочное дело. Для того, чтобы справиться с ним, понадобится ваша скорость и скрытность. Времени мало, Махараджа. Тогда не медлите. К самым влиятельным членам парламента доступа у меня нет. Однако они заказали кареты для сегодняшнего бала. Раздобудьте такую карету, и будем развозить на ней политиков. По пути я пообщаюсь с ними. А после этого я расскажу вам, где планы. Вы умеете убедить. Все от того, что меня часто недооценивают. Не позволяй чувствам подвергать миссию риску. Какая ошибка. Молодец. Ночь будет выворачивать по кустам, а нам потом все убирать. Боже, храни королеву. Я здесь, если нужен. What's that you say? Она не сбежит! Не позволяй чувствам подвергать миссию риску. Какая ошибка. Сюда кто-то проник! А вот и нашел! Прослежу-ка я за ней. Вор! Держите карету! Нашел! На нас напали! Карету уводят! Вор! Держите карету! Нельзя здесь быть!
Держи ее! Это еще что? Куда она делась? Она на прицеле! Лучше сдавайтесь! Боже мой! Уходят лучшие, да? Тише! Потом метишь кого! Сюда нельзя! Сторонний! Держи кого! Я ее вижу! Тише! Куда едем? Белгрейв-сквер. Постой.
вокзал, Виктория, и очень быстро. Меня там уже давно ожидает сын. Здравствуйте. Махараджа, какой сюрприз. Да, наша жизнь полна неожиданностей. Вы не уделите мне пару минут? Я хотел бы обсудить крайне важный вопрос. Когда Содружество захватило мой родной Панджаб... Это был не захват, а законный... Здравствуйте. Махараджа, какой сюрприз. Да, наша жизнь полна неожиданностей. Вы не уделите мне пару минут? Я хотел бы обсудить крайне важный вопрос. Когда Содружество захватило мой родной Панджаб... Это был не захват, а законная сделка. Мне пообещали защиту. Лишив меня родного королевства, парламент нарушил ранее заключенный с моей семьей договор. Вот. Прочтите. Я даже не знал. Прочтите, о большем я не прошу. Вы один из немногих, кто может помочь. Сделаю, что смогу. Спасибо, сэр. Тормози. Надеюсь, вам с сыном понравится на балу. Он только что вернулся из Дели. Мы с ним все как раз обсудим. Вы меня огорошили. Это было весьма полезно. Куда теперь? Парк Сент-Джеймс. Смотрю, вы сегодня без мистера Грина. У него есть другие дела. А, как жаль. Вы с ним отлично ладите. В этом как раз и проблема. Не позволяй чувствам подвергать миссию риску. Звучит как цитата. Да, слова отца. Итан Фрай. Вы его знали? Нет, к сожалению. Мистер Грин рассказывал о нем. Похоже, он был выдающимся человеком. Вы не ошиблись? Как и ваша мать, Сесили Фрай. Они с Итаном были идеальным тандемом. Только им удалось противостоять Старику. И такая любовь. Ну, то есть мне так рассказали. Сесили, встретиться бы с ней. По словам мистера Грина, вы с ней очень похожи. Такой же цепкий ум. Отец всегда молчал о ней. Да и что знает мистер Грин? Когда отец его обучал, он был ребенком. От детей ничего не скрыть, мисс Фрай. Вперед! Давай! К зданию парламента быстрее. Да, сэр. Но. Добрый день. О, Махараджа, откуда вы тут? Знаю, в последнее время у вас масса дел, но я не отниму больше пары минут. Это так необычно, но продолжайте. Британия забрала мои земли, несмотря на договор о защите нашей семьи. Но теперь я слышал, она укрепляет связи с Индией. Может, пора вернуть Панджаб народу этой страны? Королева столько времени платит вам содержание, и вот она ваша благодарность. Речь здесь идет не о деньгах. Я больше не могу смотреть, как моя родина страдает под иноземцами. Добрый день. Храни вас Бог.
Последнее место. Резиденция Гладстона. Тоскуете? Я помню, что мама всегда пахла корицей. Она качала меня, а я вел себя так тихо, что она засыпала. Когда Панджаб забрали, было больно. Но когда забрали мать, следующий... Синопский клуб, поживее. Условия труда. Ныне матери не согласны на 8-часовой рабочий день. Добрый день, мистер Гладстон. Мистер Синг. С вами непросто пообщаться. Так, мне все понятно. Ваши фокусы всем надоели. Королева устала от вас, и вы начали побираться. Жестокие слова, сэр. Мой народ угнетает. Я здесь только ради них. Как вы потеряли Панджаб? Отвечу вам, Махараджа. Вы проиграли по всем статьям. Люди, оружие, тактика. Да, сикхам нужна свобода. Надеюсь, благодаря нам они ее получат. Тогда почему они просят вернуть короля? Долг Англии – нести мир другим странам. Это огромная ответственность. Я ценю ваши помощи, советы, так же, как и помощь парламента. Но время правления Индии лежит на нас. И его не доверят забытому лидеру, что не был на родине 20 лет. Удачной встречи, Махараджа. Надеюсь, я помог вам советом. Больше, чем помогли политикой. Но я верю, вы добьетесь успеха. Мой народ рассчитывает на вас. Мисс Фрай, благодарю за содействие. О, к вашим услугам. Дай бог, все получится, вопреки ожиданиям Гладстона. Чем больше сердце, тем легче его ранить. К примеру, ваш отец. Как я понимаю, он был сломлен, практически уничтожен после кончины вашей матери. Такая боль может ослепить и заставить нас говорить странные вещи для защиты своих близких. Вам пора вернуть карету и забрать чертежи. Они находятся в Букингемском дворце. Королева хранит их вместе с другими бумагами в белой гостиной. Хорошего вечера, мисс Иви Фрай. И вам, ваше высочество. How you doing, Evie? Ну, тихо. Давай. Тихо. Но! Быстрее! Но! Вперед! Стой! Ей сюда нельзя! Вперед! Она не уйдет! Что такое? Подходи! Сюда кто-то проник! Bugger. What's going on now? Can't we have 5 minutes of peace? Видели женщину?
Вот так вот. Постой. Давай! Тише. Спокойно. Вот так. Так и надо. Бобби глазам не поверит. Но. Вот так. Тормози. Осторожнее. Ладно. Давай. Потише. Тише, а то въедешь в кого. Вперед. Быстрее. Стой! Пали! Вышел шею сломаю! Бежишь от меня?
Ну, конечно, как иначе. Мисс Фрай? Отдай оружие, а то не пропустят. Выглядишь великолепно, Кэтрин. Ты одна в моем сердце. Очень на это надеюсь, Уильям. Сэр, мадам, ваши билеты. Кажется, я где потерял его. Простите, но без билета нельзя. Проходите, сэр, мадам. Я вот-вот стану премьер-министром. А, как и все мы... Что, черт возьми, тут делает наша карета? Ты тоже это слышишь? Нет, у тебя голоса в голове. Их слушать приятнее, чем тебя. Как мило. Я такой. To cut the line, the baby's on its way. Congratulations. How wonderful. You can't take to fatherhood like a duck to water. What's that you said? That's not to say you both have bad legs. Enough now. Just imagine the... Я поищу частицу Эдема. Бога ради. А я к Фредди. Готов. Чертежи находятся в белой гостиной. Которая верно заперта. Ключ у капитана стражи. Давай, смелее! Что она здесь делает? Одной мне не справиться. Проводите меня. Если будете молчать, все закончится очень скоро. Вы кто? Рука! Тише! Тише!
Это леди со мной. Благодарю. Мадам? Мне больно. Рука! 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 Мне больно. Рука! Рука! Тише! Рука! Мне больно. Сладких снов. Чертежи где-то здесь. В хранилище. Джейкоб, наверное, еще одну карету успел. Джейкоб, наверное, еще одну карету успел угнать. Или королеву случайно с лестницы столкнул. А вот и вы. Я просто обязана вас кое с кем познакомить. Тихо. Пойдем. Ваше Величество,
Позвольте представить мисс Иви Фрай. Я так понимаю, что это из-за вас, мистер Гладстон, не преуспел. Ваше Величество, мне очень жаль. А торт необыкновенно хорош. Развлекайтесь. Ну что же, мне пора. Мисс Фрай, позвольте вас пригласить. Мистер Старик, достаточно. Эта игра окончена. Ну же, давайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Время — волшебная вещь, мисс Фрай. Оно излечивает все раны. Можно оступиться во время танца, но мазурка кончится, и мы вновь начнем. Проблема в том, что люди все забывают и совершают те же ошибки снова и снова. Но люди учатся. Разве? Посмотрите по сторонам. Разве движения не повторяются? Но если кто-нибудь выучит танец, подгадает время, он сможет все изменить к лучшему. С меня довольно. Танец почти окончен. Скоро человечество забудет всех тех, кто на этой террасе. И хаос, вызванный вами. Музыка стихнет, мисс Фрай. Ваше время закончится, а мое начнется.
Фредди! Вместо стражников люди Старика. Нескольких взяли в заложники. Ваше оружие там. Вон там. Ясно. Я убью самозванцев и спасу пленных. Как? Их не отличишь друг от друга. Верь в меня. Посмотрю, что там. У нас гора! Надо найти настоящих стражников. Пляшет. Сами. Стариком? Какой неловкий момент. Ah!
Нас надули! Кто-нибудь! Сзади! Вали! Пока я тебя не покалечу! Слезай давай. Мы закончили. Я вас вытащу. Спасибо. Спасибо. Погодите-ка. Благодарю. Спасибо.
Хватит! Бейте в полный зал! Поплатишься! Спасибо. Тот, кто ведет, начинает с правой ноги, вот в чем секрет. Боже! Все в порядке, дорогая? Вам чем-нибудь помочь? Не люблю танцы. Вот, хранилище здесь, иди. Так вот просто? А план? Нет времени. Я избавлюсь от этой дьявольской штуковины и догоню. Что? Что ты делаешь? Ты мой раб. Я же предупредил тебя. Но ты меня не слушал. Покойся с миром.
Скоро. Плащаница не твоя! Ты хочешь... Мистер Старик, вы забыли меня проводить? Позвольте, я искуплю свою вину. Подходи, блин. Править вам не победить. Из моего города! Иви! Моя песенка спета! Тебя приперли к стенке, старик! Бежать некуда! Тебе не справиться! Старик! Твоя песенка спета! Старик! Скоро твоему! Правлению! Конец! Оно только началось! Генри! Плащаница не... Джейкоб! Иви! Давай! Вперед! Вперед!
Лондон погибнет без меня. Ты себе льстишь, старик. Я бы создал здесь рай на земле. Город принадлежит народу, а вы одиноки. Я глава Ордена! Не забывайте! Был им, старик. Был. Жаль, что больше не поработаем вместе. И это к лучшему. Будешь править Лондоном в плащанице? Она не только дает, но и отбирает. Ты состаришься без меня. Станешь как отец. Это хуже смерти. Наденешь сам? Но это же ты все сделала. Я лишь сеял хаос. Я тебе не ровня. Джейкоб Фрай отступил. Тебя шантажируют, Джордж? У него кишка тонка. Я скучал. Я тоже. Может быть, нам просто продолжить? Буду очень рад. Мне начинает казаться, что отец был не таким уж и всеведущим. Генри! Вокруг огромный мир. А Лондон в самом центре. Не то чтобы в самом центре. Я пришел, как только смог. Не волнуйтесь, я вернусь обратно. Я не сорвал задание. Вы нас спасли. Лучше тебе остаться здесь, со мной. Экипаж! Недурно, Фредди. Мистер Эберлайн? Ваше Величество. Мисс Фрай? Вы с ней знакомы? Я не говорила. Мистер Эберлайн сообщил, что именно вы трое спасли мне жизнь. Это так? Да, Ваше Величество. Иви Фрай, подойдите. А вы... Мой брат, мэм. Джейкоб Фрай. А это мистер Генри Грин. Мистер Фрай. Мистер Грин. Прошу. Встаньте. Я принимаю вас всех в благороднейший орден подвязки. Большое вам спасибо. Если вы так способны, как говорит сержант Эберлайн, я обращусь к вам. Сержанту Эберлайну свойственно преувеличивать, знаете ли. Мы еще встретимся. Мисс Фрай? Мэм. Если хотите, я припасла вам торт.
Отец гордился бы. Дама Иви Фрай. Сэр Джейкоб Фрай. Кто быстрее до поезда? Давай. Вот же, под дворцом. Пора идти. Нужно отдать плащаницу доктору Грамматика. Сигма нас обошла. Мы опоздали. Ле. Убьем их. В бой! Прикройте! Этот тощий хмырь пытался убить меня. Пусть сдохнет! Us, them that told us lies of their bravery, them that preached on progress and put us in the poorhouse, them done the horrid murder on bloody stages, people that loudly crowed their humility, lords and dames in chapels on a Sunday. All quiet now, their mouths are stopped up. Стой, твою мать! Самое главное — наша миссия! Поняла! Шон! Those who fought by how they live, loved ones taken long before their work was done. Галина, надо уходить! Хранилищу! Оружие к бою! Уходим! Живо! Как скажешь! Плащаница. Забудь про плащаницу. Только не умирай, Бэкс. Прошу. Идем. Просто отлично. Потом мы вернем плащаницу. И да. Мы успели получить данные с компьютера Изабель, прежде чем нас отключили. Сейчас посмотрим. Извини за шум. Как плащаница поможет создать нового клона? Никак. Когда плащаница на ком-то... Она диагностирует тело и восстанавливает его на клеточном уровне. Дело не в клонах. Вы хотите воссоздать предтечу с нуля. Ну да. В проекте «Феникс» случился небывалый прорыв. Мне нужно сообщить об этом Алану Рикину. Просто праздник! Эй, это я. Плащаница у меня, но мне страшно. Не бойся меня. Ты справилась? Я боюсь не тебя, а за тебя. Если хоть кто-нибудь узнает... Ты сыграла свою роль, мое орудие. Я спасу тебя. Я спасу всех вас.